Итак, мы продолжаем, ребят, не забывайте там нажать на кнопочку подписаться, если вы еще этого не сделали. Или своих друзей попросить, почему бы нет. Но если, только если они будут смотреть канал, если нет, то не просите. И поставьте лайк. Нам на самом деле домовая не нужна. Кому врезать вперед? Жалко двоих не достать. Кстати, я не помню, как драться с парнями со щитом, черт. Что-то я запашил, ладно, я буду молчать. Лучше мне не разговаривать во время боя, то отвлекаюсь на разговоры. Ну, в принципе, мне кажется, это не совсем то, опять же. Нам нужно искать то, куда эти следы ведут. Я все дальше и дальше, я все жду, знаете, когда мы наткнемся на эту самую банду, и пока что нет, пока что нет. Бежать поверху — это плохой вариант, так как я не увижу, куда ведут следы. Нет, Бэт. Поверху плохой вариант. Черт, еще одна группа. О, это она. Что-то далековато, а я просто отметин даже не увидел. Разбиваем, разбиваем! Не даете вы, парни, мне драться с вашим товарищем, который ледяная пушка, он уже заморозится. Что не умеет с ней обращаться и целиться кто-то хватит. Ребята, почти разобрались. Потом еще отдыхает этот парень. Enough of this. Where's Freeze? You think I know? You plan on celebrating the new year in Traction? Okay, okay. He made a deal with Penguin. Weapons in exchange for some stiff, Theris Boyle. He's in Gothcorp last I saw. You're lying. Gothcorp doesn't make weapons. What? No, Gothcorp, I swear. Look, I've got the entry codes. I'll take those. It doesn't make sense. Gothcorp involved in weapons tech. There's got to be more to this. Определенно.
и анархи. Почему не перевели как анархи? Почему анархи? Это я никогда не понимал, ребята. Dispatch 5-5. We got no contact with units on the bridge. Air 3, 1059 at Pioneer's Bridge. Possible 701. Air 3, en route. Я как бы все понимаю, что Луминарки не переводят героев, все остальное, вернее, героев и злодеев. Ну, как бы в любом случае. Анархи-то можно было перевести как анархия. Это один из тех случаев, как переводить можно. Ну, в принципе, готово. Ну, еще тут можно, ну, я потом займусь. Войдите в God Corp. Хорошо, это у нас как бы так и так по умолчанию задание отмеченное. Извините, я молчаю, просто слушаю этих парней. Чё, так быстро? Я даже ничего сделать не успел толком. Победа! Остальное это просто отвлечение. Еще живой. Ну так не будем ломать замок, нет? Да, видимо, я должен сам. Так сказать, подумать был. Ну так. Мне кажется, я что-то делаю не так. Сложно что-то делать не так. А, там нужно как бы держать эти стики. Не отпуская. На клавиатуре просто по-другому было. Вот, как имена даже не помню. Понятно, нужно именно держать стики, не просто их водить в разные стороны, пытаясь подобрать шифр, а именно вот это навел, зажимать их в какие-то стороны. Понятно.
Я просто пока что думаю, лучший вариант это вентиляция, старая добрая. И, кстати, у нас будет Dark Souls 2 скоро на канале. Ну, в пятницу, скорее всего, надеюсь. Надеюсь, что в пятницу. Насчет The Elder Scrolls Online, пока не знаю. Если кому-то интересно, не знаю пока. Ну, просто тут никак времени нет. Просто нет, я сразу себя хочу снять, но столько других дел, ребят. Просто я не в состоянии сейчас его снимать. Совершенно. Как мне сильно не хотелось, я просто нет. Так, нам как-таки нужно разобраться с теми двумя мужичками. Как же нам это сделать? Дальдитатор, деструктор. Попробуем звуковой батаранг. В итоге все кончится просто мордобой, как всегда. Не, ну а как еще, в принципе? Бэтмен игра про мордобой. На самом деле, я не воспринимаю Бэтмен как игру про стелс. Если вы меня спросите, не воспринимаю. Просто для меня это мордобой. Я воспринимаю эту игру все-таки больше как файтинг и экшен. Чем как игра, в которой нам нужно прятаться и, ну, что-то подобное делать. Как стелс я совершенно не успею. Вот Dishonored, это другое дело. Ну, опять же, не стоит. How did you do that? Where are they taking Ferris? Mr. Boyle? They're heading to the propellant research wing. These guys have been raiding the whole facility. Do you have the codes to this security door? No, I don't have clearance. But my boss does. A bunch of them took him to the organics lab, through the lobby. I'll make sure they don't hurt your boss. Get yourself to safety. Говорить именно с этим персонажем не обязательно. I can't breach this door without Gothcorp security codes. Мы уже знаем, куда идти. Просто других дверей тут нет, ребята. Так я и узнал. Гениально, правда? Других дверей нет, идем вы. Ребят, прочь. Да я bad guy, я парень летучий мышь. Не летучая мышь, а парень летучий мышь. Летучий мышь мужского рода. Как же быстро они меня морозят. Возможно, я не знаю, магия. Поможем тебе с перчатками. Бля, тут никого нет. Боевая музыка все равно играет. На самом деле, с контроллером мне удобнее. Единственное, теперь мне неудобно то, что... У меня постоянно провисает FPS 60 до 17. Там 11. Мне интересно... Знает ли кто-нибудь решение этой проблемы, насколько искал, не нашел. Читал там, тут выбирай, перегрев, тут я ничего подобного нет. Ну, возможно, перегрев-то есть, но... Как-то странно, вроде как... Особо нагрева нет, я ей, так сказать, остывать оставлял, и все равно странно, просто немного удивляет меня. Решение проблемы, сколько я искал, я так и не нашел. Это странно. Ну ладно, я в принципе еще поищу, но скоро нам, в принципе, само собой решится. Не дают эти парни добивать. Что ж они настырные.
двери открыты. You told us you were the boss, so why so shy all of a sudden, huh? What happened to that spirit of share? I'm cooperating. I know. We all got jobs. And my job? Shoot you. If I don't think you tell me the truth. I told you there are no weapons here. It's just plants, tissue research. Yeah, you said. Then you believe me. You know what? I do. I do believe you. But to be honest, I just really love my job. Oh, God. What is all this junk? Frozen food? Nah. Says you're trying to grow plants. Have they ever heard of global warming? Nah. Really love it. Like on Mars. Pretty cool. Я просто другого выхода не вижу, кроме того. Now you're in for it. Мне кажется, я вот зря стал так действовать. Да. Не такой уж я и монстр, я знаю. Повторим. Break out the champagne, boys! I think it's gonna be a very, very good year. Хорошо, я понял. Я это и так знаю. В любом случае, так, мы попробовали на пролом. Даже не пытаться. Я и не знаю, я то, что нужно запрыгивать. Вечно не замечаю половину всего, что есть в игре. Будем таскать по стандартному сценарию. Скрылись. Продолжаем. Че, снайпер? Снайпер, ты не отстаешь, потому что особо деваться некуда. Все равно в четырех стенах находимся. У этого парня передача, который мне мешает. Бежать, надо бежать, беги. Нет, мой план опять не удался, потому что туда спрятаться негде. Вентиляция тут есть, но блин, только в одном месте, с этой стороны даже нет. Да, все сложнее, чем я думал. В любом случае, продолжим в следующей части. Oh, it's a real shame you